для тех, кто думает, что 5 июня я выйду на ринг, это слухи. 5 числа будет драться Рома, будем за него болеть. 5 числа драться я не буду. Следующий бой состоится, я думаю, что где-то, наверное, к концу лета, не раньше. Может быть, осенью. Сложно сейчас строить прогнозы, сложно делать предположения, а я их делать не люблю. Поэтому, когда будет что-то более-менее ясно, тогда я выскажусь. И прошу не донимать меня докучливыми вопросами, по той простой причине, что на сегодня существует неопределенность по поводу моего будущего поединка.